Новым героем программы «Проще говоря» станет Светлана Козейко, бренд-шеф сети ресторанов города Мурманска. В беседе с Элиной Ким она расскажет о том, как ей удалось приготовить треску так, чтобы блюдо попало в список 100 лучших рецептов России. Блюда северной кухни – гастрономические изыски из привычных для региона продуктов. Дикая, своеобразная, северная, с северным характером, интересная, живая, вкусная. Что вдохновляет Светлану Козейко на создание шедевров для гурманов? Вдохновение вообще очень много дает наши гости, конечно. Когда смотрят меню, и я это хочу, смотрят картинку, и приятно очень отзывы, идет отклик, идет контакт с гостями, подходят, благодарят. Ну, как бы я уже такое узнаваемое, наверное, лицо, да. Вот, и это очень приятно, это дает вдохновение огромное, огромная подпитка энергетическая творить. Трудно ли занимать профессиональную нишу, в которой приоритет изначально отдается мужчинам? Некоторые мужчины шеф-повара говорят, априори женщина не может быть шефом. Почему нет? Вот почему нет? Вот, если это получается. Все это и многое другое ждет вас в новом выпуске программы «Проще говоря» со Светланой Козейкой, бренд-шефом сети ресторанов столицы Заполярья. Смотрите в эфире телеканала Arctic TV и на сайте arctic-tv.rf.